Алла Виктория вышла на подиум в качестве модели. Повзрослевшая за лето девочка приняла участие в детском модном показе. Гордый отец опубликовал видео ее прохода по подиуму в длинном принцессовом платье розового цвета. По мнению поклонников, девочка очень вытянулась и похорошела. Сам Филипп от лица дочери поблагодарил организаторов показа. К слову, некоторые неуемные конспирологи из числа поклонников Киркорова считают, что его дочка Алла Виктория немного похожа на Клавдию, младшую дочь Кристины Орбакайте. Многим памятна история о необыкновенном внешнем сходстве сыновей Филиппа Киркорова и его подопечной певицы Анастасии Стоцкой. Фанаты месяцами строили самые смелые предположения, пока Стоцкая не появилась на публике с мужем. Тогда, наконец, все стало на свои места. Оказалось, что избранник Анастасии принадлежит к тому же яркому средиземноморскому типу внешности, что и Филипп. Так что сходство детей вполне объяснимо. Очевидно, что и сходство Аллы Виктории Киркоровой и Клавдии Земцовой надуманное. На крупных планах хорошо видно, что у девочек разные черты лица, а их сходство обеспечивается только детской щекатостью обеих. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!